Так, 21 февраля 2018 года пригласили ребята в бюджетное кафе, которое называется Ялла. Даже не кафе, а чайхана. Они уже здесь ужинали, пробовали лагман. Лагман оказался очень вкусным. И сегодня пригласили меня сюда. Посмотрим, что здесь есть. Все в традиционном узбекском стиле. Несколько видов шашлыков. Такая приятная обстановка. Атмосфера добрая. Здравствуйте. Все бюджетно, но в то же время как бы все очень аккуратненько сделано. Ого, на востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? О, красиво. Так, сделано в обычном доме. Вот меню. Так, ребята наши. Вот здесь. Та-дам! Я вас запалил. Ну, классно. О, какие красавицы. Цены. Так. Плов ташкентский 580 тенге. Манты 580 тенге. Бешбармак 1300 тенге. Куртак 1400 тенге. Ну, цены, в принципе, доступные. Да, доступные. Для такого места, к тому же. Что будем заказывать? Мы решили быть раз плов ташкентский. Плов? Я вчера только плов кушал. Ну ладно, давай. Не, давай плов и шашлык. Здесь все что угодно можно заказать, так и же. Ну да. Просто мы говорим, лагман под счет пули. Угу. Поэтому решили. Полистать? Все окей. А, давай полистай. А, ну тут в основном только выпивка здесь. Угу. Все интересное в этих двух листах. Овощное ассорти 1600 тенге, мясное ассорти 3500 тенге. Русская закуска 1600 тенге. На водке мочен. Она в водке мочен. А в прошлом мы в этом... Это что? Это цумян? Цумян? Нет, такого нет. А цумян это что за лагман? Жареный. Один в один как цумян? Ой, гуйру, только разжаренный, да? Нет? Или да? Сколько такая порция стоит? Так, а сколько он стоил? 620 тенге. Ну, зацени. Свят не ждет, давай. Свят. Правильно, кого ждать с работы? На гуйру похож. Хороший? Вкусно? Да. А если с гуйру сравнить? Ну, особой разницы я не вижу. Это, наверное, ачучук, да? Или нет, это не ачучук, потому что там зелень, салат есть. Потому что мы салат не успели заказать почему-то. Такие же заказал же. Ну вот, это, скорее всего, есть ачучук. А, да. Это ты пробовал, да, гиру? Да. И что, какой тебе больше нравится? Ну, разницы нет. Это и есть тот же самый, да. Просто в узбекской кухне. Не, вот это мне нравится. Побольше. Что побольше здесь? Вот это побольше нравится. Я вообще узбекскую кухню здесь просто не могу. Специфически. Она вся очень хорошая. Ну, лагман, я так понимаю, это уйгурская. Это уйгурская? Да. Лагман возможно, а вот кульчатай еще бы попробовать. Кульчатай? Здесь был, не было. Ну да, у итальянцев там паста, там
обыкновенно всякие макароны со всякими примесями, а у нас зато лагман. У каждого свои прелести, зато у нас айран чистый. У нас самое вкусное мясо из-за того, что травы здесь разные растут. Все натуральное. Угу. Так. Айранчик. Хороший? Ложку можно поставить, такой густой. Как жидкий курт. Солененький? Ну, даже нет, не солененький. Малосольный. Для вкуса можно добавить, я иногда так делаю. Соль, да? Угу. А у нас тут есть, у нас тут соль. Что? Не соль, нет. А где здесь перчик? Ну, он довольно-таки острый. Да? Ну, местами. А, вот он, перчик. Есть, есть перчик. Так, вот это говядина, да? Верхняя. Все. Давай, бери, помоги. Да, шашлычок зачетный. Здесь... Звонок? Все, хорошо. Прям не успеваю камеру включить, очень быстро обслуживаю. Не успеешь заказать, сразу приносят. Ну-ка, давай, зацени, Камиль. Ты говядину заказывал? А где говядина? Не знаю. Сейчас. А ты умеешь различать говядину от баранины? Если нет. Я тоже. Если мычи. Это говядина. Если блеет, это баранина. Это если дожарим. Видите картинку на Дальнем Востоке? Когда шаурма не дожарена, когда ты из живота кошка лезет. Эй, ты давай такие. Да, да, не надо, да. Ну, белую корову и баран не полезут. Ну-ка, подай палочку. Баранина? Да. Это баранина? Это говядина. Нет, баранина у меня. Баранина. Вот баранина. Будем надеяться на это. Как ты различаешь? Она сказала. А. Съест отлично. Нет, нет. Да, все, что мы заказывали, друзьями, все очень хорошо приготовлено. Вот такой вкусный шашлык. Лучше мы это сохраним. Угу. Место меняем. Угу. Там еще большой зал. Тоже. Когда много народа. Когда нас аж целых 5 человек. Да? Пряности какие-то есть. Угу. Замаринован очень вкусно. Не сам шашлык такой. Нежное мясо. Ну что, вот примерно так мы покушаем здесь и потом скажем вам, во сколько нам все это обошлось. Ну, пока по всем параметрам лайк. Подожди. Да? Это фарш? Это не гаждуван? Просто фарш, да? Ну давай. А до этого ты какой взял? Это печень, что? Печень? Я не люблю шашлык из мяса, такого кусковый. Я люблю печень, шашлык и... Кушай, хочу, потому что... Попробуй, это баранина твоя. Бери. Вы берите? Не, мы покушали же только что, да. Давай пока горячий. Он вообще с какими-то пряностями, вкусный такой. Ну, нам понравилось, тебе не знаю, зацени. Тебя сложно удивить, ты же там в Узбекистане столько блюд попробовал. Ну, тарелки интересные, да? И смотри, все бюджетно, да, здесь сделано, интерьер. Здесь,
всех своих близких, у тебя есть надежда, что ты вот просто встретишься с ними там где-то, с своими родными? Вот. Просто вот ради этого. Это после второй кружки пива? Я просто думал об этом. После второй, что будет? Вкусный шашлык. Да, шашлык зачетный. Очень вкусно, во рту тает. Ну. И этот, какие-то травы, да, там добавлены? Специи какие-то. Видите, ребят, аминь. Ну, спасибо. Да, мне сейчас просто интересно посмотреть счет, какой выйдет. Делаем ставки. Да. Я думаю 7. Нет. Нет? Не больше 5 однозначно. Факт. В прошлый раз мы 3 лагмана съели, 2 пива, чай, 3025 тенгюшни. Да. Съешь? Да. 3325. А, 325? Ну, я платил. Я запомнил. Я больше 25 было. Да. Сегодня платит Камиль. Запомним это. Лаваш вкусный. Я куда лаваш забрал? А хорош, с лавашем попробуй. С лавашем, знаешь, как вкусно. Соленый? Да. Че так? Сани, знаете, звать не надо. Хорошо, что он сегодня с вами не пошел, да? Куда? Куда? Сколько шашлыков? Я же спал. В общем, два лагмана. Цумян, 10 палочек шашлыка, 2 чайника чая по-ташкентски, салат ачучук, 3 айрана и 2 пива и лепешки. Вышло все это 7135 тенге. Просто офигеть. Добро пожаловать во самый вкусный и доступный город Шымкент. Сколько головных уборов. Интересно это. А это все узбекские, да, головные уборы или нет? Это все узбекские, да? Прям все-все. Ничего себе. Это как с Намангана, Самарканда, как-то различается, да? А которые, вы знаете, кто-нибудь разбирается? Ни один человек здесь не разбирается в кафе. Ну есть, а здесь есть узбек, который может сказать. Ну вот так, в общем. Есть головные уборы, но нет человека, который сказал бы нам, что есть что. Так, вот наш счет. Цумян лагман 2 по 620 тенге. Ачичук салат 550 тенге, лепешка 100 тенге, баранина мал 300 тенге, говядина мал 300 тенге, маленькая, я так понимаю, печень 250 тенге, фарш 250 тенге, пиво чимкентское 220 тенге, чай ташкентский 300 тенге, айран 80 тенге. В общем, вот такой смешной счет. Так, оказывается, Саша пригласил девушку на пиццу, и мы продолжаем свой вечерний поход в мир пиццы. Какую пиццу будешь заказывать, Саня? Сказали. Да? Да. А, ничего себе. Я приехал. Это ты это угощаешь или как? За чей счет банкет?